В конце этой недели для выпускников прозвенит последний звонок, а в начале следующей начнутся экзамены. 30 мая выпускники сдадут ЕГЭ по математике базового уровня, 1 июня – профильного уровня. ЕГЭ по русскому пройдет 6 июня. Предметы по выбору выпускники будут сдавать с 28 мая по 2 июля. А традиционно наиболее популярными предметами по выбору для сдачи в форме ЕГЭ является обществознание, его выбрал почти каждый второй выпускник 11 классов города Чебоксары, физика – каждый третий, и далее история, биология, английский, химия, информатика и другие. А наименьшее количество выпускников 11 классов зарегистрировано на сдачу языковых экзаменов. Это по французскому языку, немецкому и испанскому. Настроение как у детей, родителей, педагогов? Настроение праздничное, Алексей Олегович. Волнительное, наверное. Ну, волнительно перед экзаменом, а пока праздник. До экзаменов для выпускников прозвенит последний звонок. В этом году для праздника определены две даты – 24 и 25 мая.